Чебоксарах побывал руководитель Центра независимого мониторинга исполнения указов президента России «Народная экспертиза» Николай Николаев. В ходе визита он проинспектировал злополучный дом номер 2 по улице Дементьева в Чебоксарах. Именно в него заселили участников программы расселения аварийного жилья. Мы не раз рассказывали о проблемах, с которыми столкнулись жильцы нового дома. Как они перезимовали, в нашем репортаже. Вот так в теплой обуви ходит в квартире Галина Егоровна. В ее квартире в доме на Дементьева 2 всю зиму холодные полы, а горячей воды нет ни в ванной, ни на кухне. Ну, это еле-еле теплая. Руководитель Центра независимой экспертизы Николай Николаев зашел в две квартиры на первом этаже дома. И в обеих холодные полы. Нет, босиком, если ходить без тапочек, ноги мерзнут. А что говорят управляющие компании Пети? Что говорят? Ну, якобы это первый год после Пети. Дому по адресу Дементьева 2 не везло с самого начала. Летом 2015 года сюда переселили жители аварийного дома. Сразу после сдачи здания в эксплуатацию просела и обрушилась входная группа одного из подъездов, а в технологическом подвале стала скапливаться вода. Вентиляция оставляет желать лучшего, а из-за того, что дом недостроен, на первом этаже должны размещаться бизнес-объекты, которых до сих пор нет. В квартирах холодно. Жители дома неоднократно жаловались и в управляющую компанию, и в чувашское отделение Общероссийского народного фронта. Кто конкретно персонально подписывал сдачу в эксплуатацию дома? Ну вот персонально кто подписывал эту историю, который, вот человек, который может в принципе понимать, да, наверное, если он сдает в эксплуатацию, что вот зима наступает и вот здесь вот не закрыто и вот это вот будет. Ну это нормальная ситуация. Вот я хочу просто понять, кто персонально человек, который подписал этот акт. Еще что-то. Представитель управляющей компании сообщила, что за всю зиму от жильцов поступили только две жалобы на холод в квартирах. И после того, как трубы были закрыты специальным материалом, а сам первый этаж временными стенами, жалобы прекратились. Есть нормы же, правильно? Да, конечно. Санпин, да? Если эти нормы нарушаются, значит, тех мер, которые были осуществлены, их недостаточно. Если они не нарушаются, значит, слава богу, все довольны. В ситуации, когда осуществлены меры, которых недостаточно, дом простоял практически всю зиму. Я все равно буду доказывать то, что в том помещении, над чем находится желающий, там плюсовая температура. Там вы можете доказать сколько угодно. Вы это людям докажите, что им не холодно. Николай Николаев рекомендовал управляющей организации составить план-график устранения недостатков, а региональному штабу ОНФ добиваться его строгого исполнения. Кроме того, он предупредил, что центр проведет экспертизу документов, на основании которых дом был принят в эксплуатацию и разрешено его заселение. В случае, если будет выявлено, что дом принят незаконно, то центр народной экспертизы будет настаивать на отзыве акта приемки. Татьяна Молкова, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.